Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Hotwave W11, и сейчас я покажу вам, как поменять рингтон. Итак, открываем настройки, проходим в раздел «Звук» и «Вибрация». Здесь мы выбираем рингтон, далее выбираем любую мелодию из системных, либо нажимаем «Добавить рингтон». И добавляем что-то из музыки нашей на устройстве. Нажимаем ОК. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.